работа, рука, нога. Да, ну, нормально. Ну, сделай чуть-чуть. Это самое, рука, нога. Правый кинь, ну, боковой как разочек, чтобы он в руки совсем не держит. Чтобы он, ну, немножко поднял повыше. Так чуть-чуть активизируется, он момент очки набирает. Ты, если в игры хочешь, надо, ну, больше бить. Что он вроде мегаешь, мы его сильно не имеем. Правую ручку кинь, левую ручку кинь. Нормально. Поработай, рука, нога. Ярослав. Это Павел из одного, что ли? Макар. Ярый, только ногами, не надо. Работай, рука, нога, вот такой рука, нога, чтобы, да, ну, очки только руками сильно делал. Он вот этот вот... Бля, извини, пожалуйста, не катит, ничего. Он правый, как бы, ну, правый не видит, поэтому не бей сильно. Или левый боковой не видит. Не видит. Паш, спиной к рингу, обязательно. Так, немножко, ну, заведи темп. Просто руками, побей по рукам. Я нашел немножко ручки, прочувствовал, что он легко пьяный вообще. И ногами очки набирают уже. Один нагнал, и все. Сильно не надо. Так, заказал. Может, ты быстрее посмотри, как он держит. Заказал. What?
я темп взлетит. Вашей, конечно, голову отключить. Да ладно, что ты? Мишаня, не позорься. Дима, это пара. Снег пара. А что? Ты пойдешь? In this fight, with a unanimous decision of 3-0, the winner in the blue corner, Yaroslav Pilchishin. Да, нормально. The weight category over 91 kg in the first place, the gold medal, Yaroslav Pilchishin. Please prepare for the next match.